13 декабря 2022 года в Одессе. Ну что ж, погодка сегодня получше. Посмотрите, народа возле бивета уже поменьше. Открою небольшой секрет. Свет сегодня давали достаточно часто. Так что даже получилось, как белому человеку, неспешно пойти в душ. Вот, и спуститься на лифте. Так что уже день начался не так уже плохо. Ну вот, погода заиграла, и Одесса новыми красками. И сегодня не придется стоять 6 или 7 часов для того, чтобы наполнить эти баллоны водой. Засекаем. Пять минут, согласитесь, да, это гораздо меньше, чем 6 часов. Видите, людям просто нужно было подождать немножко и набрать воды попозже, на один день. Я так понимаю, что многие не в курсе, о чем идет речь, вот эти 6 часов, когда люди наполняли воду в бювете, это буквально пару дней назад было на Таирово. Таирово, и вот так набирают люди воду. А сколько вы этот, ну, каждый баллон набираете? Часа полминимум. Полчаса минимум один баллон набирают люди. Полтора часа нашей жизни тратить, это только набирать, а там еще очередь стоит. Вот такая вот одна история наполнялась в течение получаса у людей. Вот. И это, конечно, было грустно. Там столько людей, ну, была очередь. И так, чтобы набрать свои вот эти вот три баклажки, нужно было обстоять. Ну, часов 6. И люди стояли. Стояли. Так что вот такое бывает. Еще я так понял, судя по комментариям, что люди не понимают, что вот эти бюветы, это, ну, здесь набирают воду одесситы не только тогда, когда у них нет воды. Это, ну, альтернатива. Это очень чистая, хорошая вода. Мы набираем ее для того, чтобы чай себе делать. Вот. Вы знаете, сразу такое настроение хорошее, когда солнышко в Одессе. Вот все абсолютно по-другому становится. Когда вот это вот слякоть, холод, дождь, вообще ничего не хочется. Ну а сейчас, учитывая такую погоду, даже захотелось куда-то пойти в центре, пошататься и поснимать какие-то дворы. Вот, и сейчас я думаю забраться на Осташкино и поснимать там по заявкам, поснимать двор, где прошло детство подписчика. Кстати, огромное спасибо вам за то, что становитесь спонсорами канала. Вот, так приятно. Но я на самом деле не то, что там попрошайка какой-то. Мне посмотреть интересно на статистику. Есть статистика в интернете, да, и исходя из нее, там есть утверждение о том, что если вы не просите подписываться на канал, то особо и не подписываться. Если вы напоминаете людям подписаться, то действительно идет какой-то рост, и люди подписываются. То есть, да, это глупо, конечно, подписывайтесь на канал, зачем об этом говорить? Это же само собой понятно. Но, блин, вот есть статистика такая. Я решил еще проверить статистику по спонсорству. Блин, слушай, это iPhone так снимает. По спонсорству. И да, да, тоже, представляете, оказалось, что и это работает. Напоминаешь, говоришь, и люди становятся спонсорами канала. Интересно даже как-то, если спонсором канала хочется что-то конкретно, чтобы мы обсудили или засняли, пишите в комментариях. Обсудим все вместе и поснимаем. Эти мы вырвались еще на Льва Толстого. Ни разу не ездили, кстати, с вами здесь. Нас скоро 30 тысяч. 30 тысяч подписчиков. И я обещал, что я в Телеграме открою комментарии. Честно говоря, надеюсь, что я не пожалею об этом. В последнее время очень много каких-то, ну, не то что неадекватных людей, ну, ботов очень много. Я вчера залез в комментарии, почитал. Это же ужас. Столько комментаторов таких, которые
пишут про какие-то ненужные новости, вот, какую-то ненужную информацию на канале, где вообще, ну, об этом не принято вообще говорить. Используют канал в качестве, я не знаю чего, доски объявлений, что ли. Вот. Конечно, я там постарался по максимуму это все подтереть. Вот. Я хочу сказать, что я все, что пишут там, я это все прекрасно знаю. Вот. Но я ж, если вы читали описание канала, там написано, что мы про эту, про эти вещи здесь не говорим. Если вам хочется, очень много других каких-то каналов, где любят погрызться, вот, поругаться, вам тогда туда. Здесь мы просто радуемся нашему городу. Вот, обсуждаем какие-то вещи, связанные с ним. Вот, ну и просто несем доброту, скажем так. Но это нелегкое для всех время. Красота. Знаете, я бы, конечно, может быть, и рассказал вам сегодня про блэкаут, про все такое прочее. Но, во-первых, уже надоело, а во-вторых, ситуация постепенно выравнивается, по крайней мере, на сегодня. Вместо этого просто покажу вам немного Одессы. Я думаю, многие одесситы, которые уехали, они соскучились, хотят посмотреть, вот, поностальгировать. Мы частенько гуляем по Дерибасовской, но я думаю, что она никому еще не надоела. Ну, по ситуации со светом, как вы можете видеть, все на Дерибасовской нормально, генераторы молчат. А это значит, свет есть. И у нас тоже он сегодня был. Наши песики на Дерибасовской. Все с ошейниками. О, и тут же конкурирующая фирма. Котики, посмотрите. Оп. Оп. У каждого своя территория. А вот здесь вот уже генераторы гудят, уже света нет. Как-то оно вот зонально так получается, извините за выражение. Где-то есть, где-то нет. Это наш Утесов с золотым носом. Что, потрем ему нос? Загадаем желание. Я думаю, что у всех у нас одно желание, да? Чтобы эта война как можно скорее закончилась. Я это сказал вслух, да? Но я думаю, вы бы так догадались.